Так, ну, вроде пошла трансляция. Да. Слава богу. Слава богу, все работает. Проверка связи. Дамы и господа, как меня слышно? Прием. Прием. Сейчас с телефона чат выведу, чтобы мог его читать, ребят, что вы там пишете. Ну-ка. Все. Так, момент. Ну все, аудиосопровождение прошло. Точнее, не прошло, а пошло. Виджет чата вроде работает, вроде все работает. Так, всех категорически приветствую. Добро пожаловать на трансляцию. Лашевченко, привет. Мерсин, здорово. Лерой, привет. Как так, привет. София, привет. Лерой Дженкинс. Максимыч, здорово. Илюха, мое почтение. Deep Gaming, мое уважение. Как так? Здорово, бро. Леоныч, привет. Так, ребят, ну что? Ждем вечер гейм-шоу, да? 50 минут еще до начала. Решил заранее подрубить трансляцию. Музыка не громко играет, ребят, на фоне. Дмитрий Маньшин, спасибо за поддержку. Спасибо за 200 рубчиков, братан, от души. Кики, привет. Можно автограф? Можно, если осторожно. Турбомикс, привет. Что, твинк у тебя, что ли? Здорово, здорово, ребят. Ребят, должны показать 50 примерно игр. Будет примерно 50 новых игр. Не пойми, какого типа, не пойми, какого жанра, не пойми, каких бюджетов, но игры будут. Игры будут, поэтому ждем начала презентации Future Game Show. Автографы раздают только в Helldivers. Кооперативе. Только там. Ребят, кстати, вот я немного подсел на Helldivers 2. Очень даже неплохая игра. Вот. Но, к сожалению, в самой Helldivers 2 контент, ну, примерно на 1/7 от того, что есть в первом Helldivers. У вас тут на стриме проблем с сантехникой нет? Ну, как посмотреть? Трубы покрутить никогда не помешает, да? Какой классный трек. Привет, Александр. Ребята, если вопросы в чате есть по поводу компьютерного железа, например, какой монитор взять, какой блок питания взять, какую видеокарту взять и так далее, пишите в чате. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. На один или два вопроса в чате отвечу в порядке живой очереди. Проявляйте, пожалуйста, уважение к людям в чате, и стример проявит уважение к вам в ответ. Ну или можете поддержать любимого стримера и задать вопрос через донат, да? Depeche Mode, да. И не просто Depeche Mode. Шизоманьяк, привет. Будет интересно перевести. Ребята, я думаю, Capcom что-то представит. Опа. Ребята, идет стрим, все нормально? У меня почему-то трансляция на телефоне отвалилась. Надеюсь, все нормально будет работать. Ребят, музыка не громко играет, не? Мне просто жаловались вчера на стриме, что ее вообще не слышно. Поэтому я чуть-чуть поднял громкость. Макс, здорово.
Ребят, вот смотрите, сейчас виджет уберу. Вон, видите, да? То есть до начала трансляции 48 минут. Привет, привет, Deep Gaming. Здорово, бро. Да, ребят, около 50 игр должны показать. Пока непонятно, что-то как. Какие будут игры, но я думаю, будет что-то интересное. Кстати, ребят, я вот Dragon's Dogma 2 хочу скачать, да? То есть мне ключ подогнал это же Вадос, модератор канала. Огромное ему за это спасибо. И спасибо огромное Вадизару, который подогнал мне ключ Helldivers 2. Благодаря которому я, собственно, стримлю Helldivers 2 после основных стримов ежедневных. То есть у нас днем, ну, под вечер, вечером вернее, идет первоначальный стрим по компьютерной тематике, а потом игровой стрим. Вот. Спасибо вам огромное, ребят, за это. И благодарю всех, кто поддерживает мои трансляции, ребят. Спасибо вам огромное. Кстати, вот удивительно. Вроде как 50 новых игр покажут, а сейчас 70 человек всего лишь ждут старта. Очень странно. Ну, кстати, некоторые шоу бывают не настолько хайповыми, но бывают новинки хорошие показывают. Кики, сегодня мы, короче, с одним подписчиком, вернее, подписчицей играли в Helldivers 2. У него никнейм в чате Кики. Ну, нас нормально так покикало, ну и покекали нормально тоже, да. Мне тут сказали, что у всех стримеров есть OnlyFans. Поделишься? Слушай, как говорится, долой мелодраму, да? Вот. Не нужно формальности, сразу к делу, да? Не, у меня нету OnlyFans, я этим не занимаюсь. Я стример мужского пола, это к стримершам женского пола в большинстве своем, к сожалению. Да не этим занимаются. Спасибо, Архилас, виндой разобрался. Не за что, бро. Взаимный Илюх, рад тебя видеть. Привет, бро. Илья Марич, здорово. Подскажи, пожалуйста, DDR5, планки на M5 и 1700 и соки печально гонятся. Братан, все прекрасно гонится. У меня на Ryzen 7500F, 7700 Ryzen, 7800 X3D все прекрасно ехало. И на LGA 17 до 0. Вон 1400KF недавно выложил в нашем новостном телеграм-канале. Разгон. Завтра будем человеку процессор еще разгонять, поэтому показатели немного улучшатся. Вот сейчас ссылку в чате оставлю, можешь посмотреть. Вот, пожалуйста. О, я виджет забыл выкрутить. Пардон, сейчас виджет включу. Вот. Ссылку в чате оставил, можешь посмотреть. Это, кстати, не первый Intel далеко. Просто я Intel недавно стал выкладывать. Теперь тоже Intel буду выкладывать. Если понадобится разгон, обращайся. Ну, ребят, если вам нужна DDR5 хорошая, возьмите вот такую DDR5. Вот. Это дешево и сердито. Ох ты, 9500, белые King Bunky, но это 6400. Тоже хорошие. Но эти, конечно, Чего? 6000, целых 300, а куда 7200 делись? Не понял. А, вот они. Ребят, вот эти King Bunky вообще пушка. Хьюник Садая очень круто гонится. Так что если понадобится настройка оперативной памяти, обращайтесь. 64 гига хуже работает, чем 32, это факт. Потому что нагрузка на контроллер памяти идет сильная. А так, в принципе, все нормально будет работать, бро. Ну, на мегагерц 100, 200, 300 хуже поедет, чем синглы. Сейчас каждая планка по 16 гигов это сингл. Раньше каждая планка по 8 была синглом. Смущаем стримера на протяжении, ну да, ну типа. Я уже 5 лет стримлю, меня мало чем можно смутить. Такое совпадение с никами, удивительно, сколько Кики развилось. И не говори. Кики Моноко. Мурский пара, рибери, рибери, как технокнязь говорит, рибери. Здорово, здорово, ребят. Дамы и господа. В нашем случае. Илья Страхов, здорово, бро. Так что, ребят, ждем. Посмотрим, что из этого выйдет. То есть, какие игры покажут. Я думаю, что-то будет интересное. Я уверен, Capcom будет на презентации. У них, кстати, гифка нормально не прогрузилась. Вон, видите, я даже рефрешнул страницу, все равно все в пикселях.
Так что да. Сейчас в Helldivers 2 ивент, пацаны, там атомную бомбу дают. Миниатюрную. В общем, веселуха полная идет. 9 Resident Evil. Маловероятно, Макс. Маловероятно. Но могут показать. Почему бы нет? Вполне. Кстати, была выставка E3. Я не знаю, ребят, вы были на этой выставке или слышали о ней? Скорее всего, большинство слышали. Вот я с детства мечтал на нее попасть, еще когда мелким пацаном был, когда мне было лет 15. Но, к сожалению, этой мечте не было суждено случиться и осуществиться, да? Выставка закрылась в конце 23-го года. То есть ее больше не существует, увы. Слил, короче, свою Odyssey G7, который начал выгорать. Взял ради интереса 24 Full HD, 240 Гц. Вообще не то после квада. Не, ну, братан, тебе с Одиссеи надо переходить на вот такой монитор, бро, ты что делаешь? С Одиссеи G7 надо переходить на монитор лучше, а не на монитор хуже. Вот что тебе нужно. Тебе нужен мини-лед, братан. 1152 зоны подсветки. Очень крутая IPS-панель. У нее 10-битный режим работы есть, потому что у нее пиковая яркость 1100 нит. 1050-1100 нит. Это очень круто, точнее 1100. С Odyssey G7 шило на мыло менять нельзя. Надо переходить на более крутую панель, братан. Или ремейк пятой части. Вот ремейк пятой части тема была бы. Эх, бывалая E3. Вот сколько интересовался вокруг, все знали, когда будет проводиться. Да, было дело. Сейчас на канале IGN 400 человек сидит, лол кек. А у нас 50. Ребят, к успеху идем. Архилай, подскажи, пожалуйста, DDR4 в Gear 1 3600 МГц предел. В зависимости от камня, если Ryzen 5 600, например, то можно, в принципе, и до 3933 там уже как повезет. Если понадобится помощь, обращайся. Сейчас буду, давай, давай. Очень жду. Пиксель, привет, бро. Вам слышно трек, ребят? Если слышно, плюс чат. Да, хочу мини-лет, просто Моник висел за десятку. На Авито думал, дай возьму, потыкаю. Ну, за десятку норм. Вроде как недавно был Future Game Show, и вот снова. Снова здорово. Арчи, Dead Space снова покажут, надеюсь. Братан, не будет нового Dead Space. Не будет. Потому что Callisto Protocol провалился, Dead Space Remake провалился. То есть, а Capcom, например, да, поняла, что не нужно делать ремейк игры Lost Planet. Lost Planet это был гибридом Dead Space по атмосфере, да. Вот, шутер. Шутер-хоррор на полшишечке. Вот Lost Planet, кто помнит, плюс чат, вот так пишется название игры. И Capcom увидела, как дела обстоят у Dead Space ремейка, что продажи нулевые, хотя игра очень хорошая. И у Callisto Protocol, что все очень плохо. Они это увидели, и вот ремейка вот этой игры не будет. Lost Planet. Lost Planet, вернее, игры. Ремейка не будет. Соответственно, никто из разработчиков и студий не будет спонсировать ремейки хорроров подобного жанра. Sci-fi хорроры, все. Их не будет уже, я думаю, длительное время. Очень маловероятно. Привет, подскажи, пожалуйста. Сделать пюрешку с курочкой или карри с рисом? С рисом. С рысом. С рысью. Слушай, пюрешка с курочкой лучше, особенно если курочка вареная. На ночь животик не забивай всякими белками, которые тяжело перевариваются. Приятного аппетита заранее. Арчи, Dead Space снова покажут. Так, уже прокомментировал. Подскажи, пожалуйста, как стать модером? Модератором канала становятся те люди, которые заслуживают приз зрительских симпатий от меня. Вот, например, в чате сидит Deep Gaming. Deep Gaming мне с каналом помогал. Изначально он мне даже ничего не донатил, он мне просто с каналом помогал. Я ему модерку дал. Вот, Максим, модератор канала, изначально бесплатно модерку получил, потому что он подсказывал людям, подсказывал мне.
постоянный зритель. Некоторые на постоянной основе смотрят стримы и получили модерки спустя несколько лет. Там, 1.5-2 года. Кто-то зашел, задонатил 5-7 тысяч рублей, 8 тысяч рублей, сидит без модерки. Кто-то задонатил меньше, получил модерку. Кто-то больше, получил модерку или не получил. Есть несколько человек, которые и по 15-20 тысяч задонатили без модерок все. Это приз зрительских симпатий от меня. Вот. Сейчас у меня 2 человека касательно модерки на прицеле. Это Omen и Перцовка. Вот. Когда наберем 10 тысяч подписчиков, когда я новое видео выпущу, то я им модерку выдам. А так, посмотрим, что да как, Александр. Это приз зрительской симпатии. Не, ну, понятное дело, если человек там на 100 тысяч поддержит, как ему модерку не дать, да, но все же. Или там на крупную сумму. А что тут модерировать? Тропомикс, ты тролль? Приключенческий экшен Horizon Forbidden West Complete Edition взломали в день релиза. Я вообще не удивлен. Ну, это от меня приз симпатии, да. Стримерских, приз стримерских симпатий. Что этот стримлер себе позволяет, как говорит мой кореш. Я не знаю, есть ли лимит на модеров, но есть обычная модерка, а есть старшая модерка. Старшие модераторы могут мутить младших модераторов. Вот. 99% модеров имеют обычную модерку. Ребят, всех приветствую, прожимаем лайки, добро пожаловать на трансляцию, всем хорошего стрима, хорошего вечера и хорошей недели вам, ребят. Ну или дня, если вы живете в другом часовом поясе. С вами стример Арчи, я буду делать синхронный перевод этой трансляции. Future Game Show, Spring Showcase. Я думаю, Capcom покажет какие-нибудь игры, 50 игр должны показать. Если есть вопросы в чате, ребят, пишите в чате. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по ПК тематике отвечу на 1-2 вопроса. Какой моник выбрать, оперативу, там блок питания, еще что-нибудь. Вот. Либо можете задавать вопросы через донейшны, или можете поддержать любимого стримера. У нас есть очень крутой донат на 2000 рубчиков. И на 1800. Так. Кто тут старший модер? Жевчин старший модер. Максим старший модер. У нас есть Максим младший, Максим старший. Вот Максим в самом начале стрима, то что отписывался, Максимыч. Вот у него старшая модерка. Он мне превьюху сделал для этого стрима. Вот. Спасибо ему огромное за то, что помогает. Вот такой парень. Если вам превью нужно, напишите мне, я скину его контакт. Джойс, пока ты не научишься говорить привет, я не буду отвечать на твой вопрос. Если ты мне адресовал вопрос. Что такое Deep Gaming? Я купил на торренте Horizon, жду, когда скачается. Князь, надо дать супермодера, он всех просто так забанит, потому что... Бабки вымогать за разбан. А у князя вообще рофл. Короче, вопросы сейчас, как говорит князь, вопросы донат. Чуваки заходят, какие-то ребята, да? Он их банит, потом говорит, Рибери, скидываем 1000 рублей для разбана. Ой-ой-ой-ой. Кто биткоин не скинул, тому бан. Давай, приятного аппетита, Deep Gaming. Виллиус, привет. Ну прям монархия, модер над модером. Ну, братан, это вообще мега-супер честь. Александру Самохину могу дать, Дмитрию Владимировичу, основателю канала, могу дать. Дмитрий Владимирович изначально сделал так, что я создал свой канал. Ему я могу дать модерку, но она ему не нужна. Если он захочет, я дам ему такую модерку. Я дам ему власть, которая и не снилась моему отцу. Ну, Джойс некультурный человек абсолютно. Я ни разу не видел, чтобы он с кем-то поздоровался, поэтому... Это его дело, но все же. Ну, у нас тролли, кстати, сидят иногда на стримах. Всякие гадости пишут, такое бывает. Я не знаю, тролль ли он или нет, но вот троллей некоторых я видел. Одного забанил. На переводе трансляции NVIDIA, когда я 2-2,5 часа делал синхронный перевод того, что Дженсен Хуанг рассказывал, да? Вот. Тролли реально есть. Джойс не умеет в хату входить. Вечер в хату, да? Тим Флекс, здравствуйте, здравствуйте. Ребят, зацените рейтрейсинг на моей голове. То самое выражение «лысая башка, дай пирожка». Хотите рейтрейсинг увидеть, дамы и господа, смотрите сюда. Вот, рейтрейсинг off, рейтрейсинг on. Видите, да?
рейтрейсинг идет. Нормально так. Вот. Технологии NVIDIA, ребят. Я познал RTX. Рибери, рибери. Прожимаем лайки. Надо нуба твинк сделать, не надо нуба твинки делать. Сегодня нормально так натвинкало, блин. В Helldivers'е. Младший помощник вспомогательного курьера Стэнли Твиддл. Привет, Арчи. Вопрос. Засыпку крупнейшей империи в истории. Монгольская, наверное, империя. Либо римская, скорее всего, римская. Если говорить касательно людской цивилизации, земной цивилизации, если ее можно вообще цивилизацией назвать. Вот. А среди sci-fi вселенных, ну, империя человечества Warhammer 40 тысяч. Одна из моих самых любимых вселенных, которой я увлекаюсь уже лет 16. Привет-привет, ребят. Бесплатная лысина, и не говори. Кстати, хорошее название для будущего видео. Я познал RTX. Братан, я тебе в скрин скину в ЛС. Так уж и быть. Не понял. А чё, чат с собой удалился, что ли? Чё, я тебя в ТГ не вижу-то? Ну ладно, я себе скину. Так что быть. У меня уже телефон потерял 20% кадра. Death Gun от моего рейтрейсинга, да? Ну, познал RTX, кем не бывает, бро. Замечательная спина для Тулева у тебя просто. Ну, у меня не только замечательная спина, но у меня много чего замечательного. Но это уже история для другого раза. Блин, если снова будет куча индюшатины и аниме гачи-мучи, можно слать подальше. Но, ребят, сейчас у индустрии всякие такие тенденции, да? Неприятные, но тем не менее. Игры все равно выходят. Вон, Helldivers 2 вышла, слава богу, да? Более-менее нормальная игра. Dragon's Dogma 2... Там. И все. Baldur's Gate 3 я называю LGBT 3. Если не ошибаюсь, у Британии был самый большой часовой пояс, больше, чем у РФ. Я не хочу политику обсуждать, братан. Обсуждение политики через донат в 500 миллионов рублей. Вот скоро сделаю 5 миллиардов рублей обсуждение политоты, бро. Ну, США финансовая империя. Экономическая империя, в первую очередь. Демократическая. Вот... Олицетворение демократии – это игра Helldivers 2. Там прекрасно отображается демократия, как она есть. Поэтому я не хочу больше ничего обсуждать. Хотите понять, что такое демократия касательно политики, да, идите, смотрите Helldivers 2. Обсуждение политики, расстрел, потом бан. Осуждаю. Арчи, массаж головой сильно помогает от выпадения волос. Нужно кровообращение восстановить корни. Братан, что там восстанавливать, господи? Невелика потеря. Слава богу, все живы-здоровы. Не туда приоритет ставишь. Кто-то мне еще пишет, ау, ради женщины пересадку волос можно сделать. Я такой, фу, я говорю, братан, ты что, дебет с кредитом попутал, что ли? Ну, мы Новый год празднуем как раз, когда Рим отмечал сбор налогов со всех земель. Так что масштабы империи, думаю, очевидны. Не, ну Римская империя, да, самая большая была. Арчи такой красивый, спасибо, бро. Оу май! Сейчас бы ради тёлок что-то делать. Ну, братан, я так к женщинам не отношусь, я их называю девушками, либо женщинами. На канале IGN уже отчет начался. Странно, что у тебя нет. Но здесь внезапно трансляция пойдет. Прожимаем лайки, ребят. Если что... Арчи, привет. Здорово, бро. Когда мне модерку давал, я вообще не понимал, что это такое и для чего она. Спасибо, Владух. Ребери, ребери, как вам Дженсен Хуанг, ребят? Спасибо огромное, Владух. Спасибо за 222 рубчика, бро. От души спасибо огромное с комиссии. Добро пожаловать, братан. Рад тебя видеть. Владух, если завтра свободен, мы можем с тобой прочекать твой комп.
что-то там как поставил. Я вот, смотри, я закончил 14600 КФ разгонять по УЗУ. Ну, человек тестит. Уже потестил вроде как. Завтра проц будем разгонять, память чуть лучше поедет. Вот я тебе ссылку сейчас в чат скину, открой, посмотри на результат. Сравним с тем, как у тебя поехало. У человека гига Z790XAX. Вот. Можем потыкать память, если хочешь. Спасибо за донат, братан. Лысина хорошо, шампунь воровать не будет. Слушай, ну, волосы не только на голове же растут, правильно? Вон, бороду можно помыть, да? Спасибо, братан, за поддержку. Спасибо за курточку. Это донат с курткой, ребят. Арчи, привет. Ты когда мне модерку давал, я вообще не понимал, что это такое и для чего она. Спасибо, бро. Спасибо. Хорошего вечера. Сейчас поколение подростков совсем другое, нежели раньше. 90% это женщины недальновидные, которые кроме как попарить и накидаться бухлом больше ничего не интересует. Мурский бар, а не будь настолько категоричен. Среди мужиков тоже есть нормальные люди, а есть, ну... А есть то, что есть. Поэтому... Понимаешь, кого-то унижать по расовому признаку или по половому признаку, это недалеко ума дело, бро. Ну, молодое поколение, да. Наше поколение было как-то более сдержанным, ограниченным. Сейчас вот у поколения немножечко у зумеров, да, особенно вот которым сейчас 14-16 лет, 12 лет, им котелок конкретно сорвало. Ну, я тоже наблюдаю за тем, какой трэш, но тем не менее. За них только молиться надо, бро. Чего их осуждать-то? Знаешь, есть такая мудрая пословица. Не суди человека, пока не пройдешь 20 лун в его мокасинах. Вот. Как говорили индейцы в свое время, да? Или, как говорил Иисус Христос, не суди, не судим будешь. По-моему, его цитата. Куртка на презентации был в куртке за 8 тысяч баксов. Поправочка. За 9 тысяч баксов. Парить круто, вы чё? Ты про солевой никотин, что ли? Это дрянь. Она вызывает вероятность мутации клеток легкого, в отличие от обычного никотина, да? В вероятности 300-350%. Я дружил с одним хирургом, ботаном. Ну, вернее, до того, как он меня предал. Потому что все врачи почему-то меня предают. Вот. Но он фантастический хирург был. У него знаний было просто невероятное количество кладезь знаний. И он сказал, эта штука вызывает мутации клеток легких с вероятностью 300-350%. Никотин обычный где-то 170-200-220%. Поэтому солевой никотин это вообще жесть. Не надо это парить. Пожалейте себя, ребят, вы у родителей одни. Не, ну Мура Сакибара, да, молодняка интересов мало и так далее. Сейчас вообще книжки редко кто читает. Я, короче, в метро захожу, открываю Библию, читаю, на меня люди так смотрят. Что он с книгой делает? Я помню, где-то лет 6 назад на скамейке сел, просто открыл большую книгу по Вархаммеру 40 тысяч, стал читать. Рядом со входом метро скамейка стояла, сел, стал читать. Ко мне девчонка подошла и познакомилась. Я говорю, а что вы со мной познакомились? Ну, вы таким необычным делом занимаетесь. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, книжку читаете. Я такой, окей. Как говорил Тиньков, окей. В этом меме, да? F9 не последний биос? Я не помню, братан. По-моему, F11 последний биос. Куртка на презентации был в куртке, да? Дорогой. Веничек нарубили и поехали в баньку. Что, ты меня уже в баньку приглашаешь, что ли? Ах ты шалунья, а? Всемирный, привет. Я подумаю над твоим предложением. Вот, Арчи взял и испугал человека, дал ему модруку, а он подумал, что он стал сантехником. Нет, я пока сантехнику модруку не давал, сантехник у нас в чате. А, банька? Все, понял, Кики, понял. Ох, Ассасин, 100 лет, 100 зим. Здорово, бро. Рад тебя видеть, как твое ничего. Ребят, всех приветствую. Прожимаем лайки, добро пожаловать на трансляцию. Все живы, здоровы. Всегда в работе. Понял все, бро. И крестят тебя айфонами, да? Вообще кринж. А что, у меня обучение началось, скоро экзамены. В общем, второе образование и повышение квалификации на моей работе. Давай, успехов. С Богом, ребят.
У меня F10, мне кажется, он хуже F6, но я могу ошибаться. Есть результаты. Отбился, да, может варьироваться степень разгона УЗУ, насколько хорошо поедет память, насколько хорошо будет трение проходить. Есть настолько косячные биосы, что могут даже с некоторыми типами планок не работать. Например, небинарная память с AMD вообще очень плохо работает. Но это отдельная история. С телефона неудобно печатать. Братан, я чат с телефона читаю. Мне вдвойне неудобнее. Но, тем не менее, я это делаю. Не, мы идем в тартарары, Марсакибара. Мы не идем, мы летим в ад, братан. А не идем. В пропасть летим. В плане и ценностей, и состояния климата на планете Земля, и, короче, всем, чем только можно. Арч, у меня вопрос. Если бы ты собирал вебинар, ты бы с какой веб-камерой вещал? Братан, тебе вполне хватит вот такой камеры. За глаза. Вот это моя камера. За глаза, бро. Можно C930 взять. Точнее, 900, да, вот такую C930. Как тебе угодно, бро. Ну, я пользуюсь логитековской камерой, и я доволен. Эй, камеры убери, эй. Модник, привет. За политоту я тебе мут на сутки даю, в следующий раз бан дам. Арчарт. Умный вид можешь делать на других каналах, да? В чате. Если гения политика строить, к Арестовичу иди. Пиши такие комментарии там. Арчи, подскажи, пожалуйста, как подружить MSI B250 процессор Xeon? Я не шарю в старых камнях, братан. Все, что младше Intel 7 поколения, я не шарю. То есть Intel 7 поколение, 8 поколение, 9, 10, 11, 12, 13, 14, не вопрос. Ryzen, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 4000 только мобильные были. 5000, 7000 Ryzen, да, там, ради бога, пожалуйста. Xeon это не мое. Deep Gaming знает касательно Xeon'ов, что да как. Я даже не знаю, какой там флагманский Xeon идет. Сера, привет, что ты там скинул, Сера, дай посмотрю. О, ребят, на Apple подали в суд за антиклиентское отношение. Вот. В отсутствие доверия, что-то такое. Ну, это мало интересно. Apple-ская продукция, братан, такая себе тема. Ну, по крайней мере, для меня. Если вам нравится, ради бога, берите. Но вот мне больше... У меня OnePlus смартфон, мне OnePlus больше нравится. Вот сейчас новый OnePlus показали, интересная тема. Дизайн 13-го OnePlus, по-моему, уже 13-й вышел. Вот. Xiaomi 14-й прикольный. Правда, у него оптика запотевает, к сожалению, да, но все же. Теперь подскажи, пожалуйста, известно ли, какие игры будут сегодня? Hell, неизвестно, какие игры будут. Буду переводить трансляцию сейчас. Не с народом ты, Арчи, в Xeon'ах не шаришь. Видос. Здорово, Дань. Здорово. Не, это хороший смартфон. Да, он реально классный. По эргономике мне очень нравится, как он лежит. Единственный минус, у меня вот здесь надпись выгорела. Прям очень жестко. В первые 3 месяца использую. Ну, а AMOLED и OLED, они в этом плане схожи. Да, в руке у него эргономика реально классная. Но я его в чехле таскаю, в чехле такое себе. Но без чехла он вообще кайфовый. То есть вот. Но чехол реально помогает. То есть вот. Он очень приятно лежит в руке, он такой, знаете, гладкий. Даня, он у тебя есть, да? Он у тебя был вроде. Вот. Ой, Даня, у меня это давно уже. Ты чё, я ж каждый день стримлю. У меня вот эта надпись лайв-чат, она прям застряла, выгорела.
Ну, что поделаешь. Я мог его по гарантии поменять, но мне лень было. Меня это не парит вообще, выгоревшие пиксели на смартфоне. На смартфоне я Telegram листаю и чат смотрю, да, то есть... Или если лежу, видосик какой-нибудь подрублю, посмотрю и все. Айсберг. Вот, написано на экране специально для тебя. Во сколько начнется трансляция? Вон, через 18 минут. Очень дорого, Дани. В Грузии техника очень дорогая. Очень дорого. Можешь даже не интересоваться, просто нереальных денег. Здесь 20% таможни. Это забей. Да не каждый раз в чат заходит, когда что-то новое покупает. Нормально, приятного пользования. Ну, умники прикольная тема. Была бы у меня возможность, я бы их тоже тестил. Привет, онлайновец. Ну, братан, Мелстроя смотрят сотни тысяч людей, поэтому, как говорится, каждому свое, да? Кто-то смотрит техно-стримы, кто-то смотрит меня, кто-то смотрит Дани, кто-то смотрит других ребят, кто-то смотрит там Мелстроя, вот этот трэш, садомию сатанинскую. Догму 2 будешь играть? Во-первых, привет, во-вторых, да, мне ключ Dragon's Догма 2 подогнали. Огромную благодарность выражаю модератору канала, это же Вадос, точнее, не это же Вадос, да, это же Вадос, он мне подогнал. И Вадизар мне Helldivers 2 подогнал. Вот, буду стримить. Я хотел сегодня на скачку поставить Dragon's Dogma 2, но вот... Я сейчас Steam Overlay открою, вот. Смотри. Вот, видишь? Недоступен. То есть, coming on March 21, 2024. Здесь нету кнопки скачать, видишь? Просто нету. То есть, ну... Я не могу игру скачать, о господи. О, все, переключился. Поэтому как только появится возможность, так сразу. Ну, все, он душу дьяволу продал, Юнион. Благо ему в руки, что я могу сказать. Так, ребят, 15 минут до начала, прожимаем лайки, добро пожаловать на трансляцию Future Game Show 2024. С вами хост Арчи. Я буду переводить, делать синхронный перевод трансляции для вас. Если у вас вопросы в чате есть, пишем «Здравствуйте», подскажите, пожалуйста, по компьютерной тематике на 1-2 вопроса отвечу. Либо можете поддержать любимого стримера, задав вопрос через донат. Прожимаем лайки, ребят. Всем хорошего вечера, хорошего утра, если вы находитесь в другом часовом поясе, да? И хорошего недели, хорошего просмотра. Ой, Юнион, да хоть все деньги мира пусть у них будут, мне вообще по барабану. Привет, подскажи, пожалуйста, насчет VR. Если что, знаешь, хочу себе квест 2 взять, делаю, что, может быть, заказать сезон или онлайн. Steam VR есть еще... Steam VR есть классная штука. Есть еще Oculus Rift новый. Можешь его тоже посмотреть. Заказывай откуда хочешь. С Озона возьми, нормального продавца найди и закажи. Привет, гик. Бухай как Мелстрим, Казик, и тебе заплатят. Нет, Айсберг, я этим заниматься не буду. Спасибо. Я вообще бросил пить. Слава богу. Нострома, здорово, бро. Здорово, братан. Арчи, скажи, пожалуйста, тема не ляжет, если я временно поиграю в Rust 5700X3D? Братан, нет, не ляжет. P450M Pro, сейчас посмотрим. Там проц немного потребляет, слава богу. Но я тебе рекомендую плату хотя бы с радиаторами взять, да? А, это у тебя тафовская, что ли? Не, нормально будет, ты чё? Таф норм. Если по дешману для Ryzen
5700 X3D, это можно вот такую плату взять. Ну, у кого нету, да? Вот. Pro Dash Max можно взять. Она, кстати, у меня была на разгонах несколько раз давненько. Классная плата. В принципе, для 5700 X3D вполне хватит, если понадобится настройка оперативной памяти на нем. Или настройка конфига, можете обращаться. Я в Телеграме публикую результаты разгона. Вот у меня и Intel 13 и 14 поколения попадались, и не только. Наш новостной телеграм-канал, вот сейчас ссылку оставлю, ребят, кому интересно. И телеграм-чатик, вступайте в него тоже. Но чтобы в телеграм-чат попасть, нужно капчу на входе решить. У нас большинство юзеров так и не смогли в чат попасть, потому что капчу не решают на входе. И там правила соблюдайте, пожалуйста, потому что как бы чат, да? Без политоты, без саморекламы, без оскорблений. Если вас устраивает, милости просим. Хорошего стрима, Арчи. Спасибо, Новембер, взаимно. Мы с Хомишем стримили как-то вместе. Хомишу неинтересно стримить. Вообще неинтересно. Я же с ним общаюсь. Максим, привет. Господи, ну ты нашел, что вспомнить. В 2017 на E3, Лерой. Многие не помнят, что на завтрак ели, а ты помнишь, что в 2017 показывали. Тайгер, привет. Star Citizen, да. Это скам машины, пока жива, к сожалению. Рупи, что крутяк, спасибо, не за что. Всем отличного вечера, побежал работать, аж спасибо огромное. Да ладно тебе, за что спасибо, не за что, бро. В телегу пару фоток закинул, всем мира и отличного вечера. Взаимно, братан, хорошего тебе времяпрепровождения, хорошей работы. При, подскажи, пожалуйста, что такое при? Братан, 2060 менять на 27 супер, это шило на мыло менять, если прям по дешману. 7800 XT бери, 7700 XT, либо бери 4070 Ti Super, 4070, 4070 Super. Но я бы рассматривал так, 7700 XT, 7800 XT, 4070 Ti Super, если для работы, или 7900 XT. Давайте, побежала играть. Да подожди, уже через 10 минут трансляция будет, побежала она. Helldivers? Ну, проказница, а. Жди ответочки. В виде 500 килограммов необъятной или всеобъятной любви. Ну потом погамаем. Если силы у меня останутся, погамаем. Ну тогда 3080 поищи 12-гиговую. Хотя бы 3070 Ti, 2080 Ti. Потому что на 27 супер менять шило на мыло. Я на Твиче стримил, сейчас не стримлю. Не вижу смысла. Отвратительная, омерзительная платформа, где женщины сидят с открытым бюстом и мясотряс устраивают, и там только это смотрят. Это отвратительная платформа. Я не стримлю на Твиче. Мужики, смотрите, подкатывают. Так я не подкатываю, я же говорю, я на тебя демократию сброшу. В виде 500 килограммов... необъятной любви под названием PUBG 500 Helldivers 2. Арчи, Архила ведь греческое имя, да? И Арчи тоже греческое имя. Видоизмененный Арчил или Арчибальд. Ну, Арчибальд это германская форма этого имени. Амарант некрасивая. Это волк в овечьей шкуре, Максим. Отвратительная, мерзкая баба, которая продает пердеж в банках. Вы понимаете, амарант продает пердеж в банках за 1000 долларов. Ванну из воды своей за 200 баксов, пердеж в банке за 1000 баксов. Вот насколько нужно быть... Я не знаю, ну, ребят, это сатанизм чистой воды. Это издевательство над людьми. Игнис, привет. Это игровая презентация, 50 игр покажет. Через минут 5 начало будет. Да, Амарант больная на голову, да. Топ-стримерши они такие.
ну и топ-стримеры, кроме Азмонголда. Азмонголд, ну, более-менее нормальный чел. Но если хотите, у нас сантехник профильный по образованию есть. Возможно, воду из ванной даст бесплатно. Пробничек. Да, Кики? Мне не нравятся твои вот такие вентиляторы. Фашистскую символику засунь себе в одно место, эскат. Давай я тебе мут на сутки дам. Национал-социализм, фашизм, засунь себе в одно место. Спасибо за понимание. В следующий раз перматч пожизненный. Вечер добрый, а сколько начало или уже все закончилось? Братан, через 7 минут начало. Привет, Тредрипер. То все она правильно делает, зарабатывает на дурачках. Нет, она абсолютно бессовестная женщина. Я очень не люблю таких людей. Вода из ванны по прайсу счетчиков. А что так дешево, Кики? Ты же у нас сантехник по профильному образованию. Притом эффективный. Pretty effective one, if I do say so myself. Кто-то обещал играть пойти, что ты так и не пошла, что ли? Ждешь своего команданта? Так. Ребят, примерно через 5 минут начала. Ой, лайк забыл прожать. Прожал лайк. Ребят, прожмите лайк, если вам не сложно. Пожалуйста. Смотря какой фабрик, какие details. Oh my god, был, да? Давай, давай, рассказала, то все. Пацанка слово дала, пацанка слово сдержала, да? Если допоздна будешь сидеть, я тебе приглас скину в Helldivers. С Артуром еще вроде должны поиграть. Но он на геймпаде играет на 92-дюймовой OLED-матрице. Ну, в смысле, на OLED-телевизоре. На геймпаде. А на геймпаде, ребят, вот у меня есть боксовский геймпад. Коллекционный. А есть PlayStation 5. Вы не сможете нормально в Helldivers 2 на геймпаде на высокой сложности играть. Там хедшоты надо раздавать налево-направо, быстро очень реагировать. Автоэйма там нормального нет, поэтому это габелло. Я на клаве мыши играю. Но на геймпаде приятнее, конечно. 81 человек на стриме, ребят. Добро пожаловать. Есть мысли, огласят ли дату выхода ремейка Silent Hill 2. Может быть, кстати, может быть. Я бы очень хотел, чтобы жанр хорроров возвратился. Вообще, ремейк первого Resident Evil хороший, я бы хотел, было бы классно. Кузерата или... Так, не понял, что за никнейм у тебя. Взял Intel RK750 на 8 гигов. Интересная штука, но не для стримов. Срамата пока. Для игрушек нормальная вещь. 4D-кодинг включил. Ребар на корке 3570K. Да, ребят, это интересные карты. Вон человек в чате про них рассказывает. Вот такие Intel арки. Если у вас денег нет, то можно взять Intel арку. Такой 750, кстати, аптечка. Вот, смотрите. Intel-овская карта, 8-гиговая. У него классический уровень растеризации, как у 1080-3060 в этом диапазоне, да. Но в рейтрейсинге она на голову быстрее. То есть для новых игр очень классная карта. Но это Founders. Founders немного горячая. Есть вот такая вот версия, да, 8-гиговая, вот. А есть беленькая. Белая вообще сасная. Есть еще 16-гиговая такая. Это интересные карты. Ну, если хотите поэкспериментировать, да, все же драйвера не самые крутые, но на голову лучше, чем были. Есть 770-й Intel Arc. 16-гиговый, да? Вот. В принципе, попробовать можно. Карты интересные. У нас несколько человек сидят на них и играют в игры, и все, во. То есть прекрасно работают, никаких проблем. Ребят, через 3 минуты начало. По крайней мере, точно не манило. Откуда такая уверенность? А ты в курсе, что Intel драйвера выпустила для нейромайнинга? Ну, я его так называю, да? Майнинг нейросетей. И сейчас интеловские карты в майнинге, ну, в тренировке нейросетей с некоторыми нейросетями неплохо работают. Не, ну 16 гиг, братан, для такой карты 16 гиг, в принципе, можно взять. Но тогда, если уж о том говорить, да, лучше тогда вложиться вот в такую карту. Вот такой карты тебе хватит реально надолго. 7800 XT, замечательная карта, я сам ее купил. Благодарю всех, кто поддерживает мои стримы. Есть двухвентильная, в этом магазине есть еще трехвентильная. Вот это компактная карта. Нет, Intel Arc не лучше 4060 Ti, их нельзя сравнивать. Бро, 4060 Ti на голову дороже, чем Intel Arc.
Intel Arc дешевле, но эта карта и 7700 XT лучше любой 4060 Ti, это факт. Кроме как Ray Tracing. Руслан Мураев, привет, бро. Exhibit, здорово. Так остро, красивый, голос классный. Волк в овечьей шкуре, все, что я тебе скажу про Дашу Островскую, которая абсолютно не разбирается в компьютерных играх. Вообще никак. Чисто веселый месотряс, я по-другому не могу ее описать. К сожалению, так. Были надежды. Лутенкер. Так, добрый вечер всем и вам. Привет. Спасибо тебе тоже, хорошего вечера. Не все понимаю, но такие интересные удачи. Спасибо взаимно, ребят. Господь вас любит, Иисус вас любит. Будьте благословлены, ребят. Я верующий человек, тем не менее. Хорошего вам стрима, хорошего недели, хорошего вечера. Ребят, нас 87 человек в онлайне, а на этой трансляции 99 человек сидят. Лолкек. Вон, смотрите. 99. Вон цифра наверху. Сейчас пальцем покажу. Ребят, мы почти онлайн официальной презентации перегнали. Забавно. Прожимаем лайки, ребят. Сейчас через 2 минуты начало. Так и надо, привет. Скажи, пожалуйста, Asus став VGA, как тебе такой монитор? Я не люблю асусовские рык-пук мониторы, чих-пук-рык, рык-чик-пук мониторы. Вполне можно взять какой-нибудь Titan Army. Вот. Нормальный, да? То есть... Вот такой Titan Army можно взять и не париться. Раз ты, пожалуйста, написал, я тебя проконсультирую, потому что сейчас стрим начнется. У меня модератор канала, по моему совету, взял вот этот монитор. Так он тогда стоил 18 тысяч рублей. Фантастическая цветопередача. Мы их просто огонь. Это вроде E3, ну типа. Сейчас лайк поставлю заранее. Спасибо за лайк. Я не буду сейчас отвлекаться от перевода, от трансляции, так и надо. Потому что мне нужно сфокусироваться на этом. Через 60 секунд начало, ребят. Вот. Ну что, 50 игр должны анонсировать, посмотрим, какие, надеюсь, будут хорошие игры. Аж скажи, пожалуйста, у тебя какой башенный кулер установлен? Братан, у меня водянка Kraken X53. Я буду менять на вот такую башню, вот, смотри. Scythe Mugen 5 RevC. Ну, хотелось бы взять, да? Арка хорошо вулкан дует, а это хорошее подспорье для будущей Path of Exile 2 в этом году. Да, кстати, ты прав. Ну, Path of Exile 2, надеюсь, будет классной игрой. Я Diablo 4 купил на старте, о чем очень жалею. Думал делать игровые стримы, да, контент для Твича. В итоге Diablo сдулась, 4-я неинтересная игра. И вообще жалею о потраченных деньгах на Diablo. Короче, это вообще габело. Чтобы у Blizzard что-либо покупать, я не знаю. Я и в World of Warcraft пробовал играть, где-то месяца 4 играл. Такая параша, это просто жесть. Это Unreal какой-то. Что они с ним сделали, это ужас. Вот. Поэтому как-то так. Ребят, мы перегнали онлайн официальной трансляции. Спасибо вам большое, ребят. Смотрите, 97 зрителей, а у нас 98. Вот это я понимаю, это круто. Спасибо вам огромное, ребят. Зовите друзей, знакомых, гайс. Всех привет, старший. Подскажи, пожалуйста, оперативу DDR5 цена-качество. Вот, оперативу DDR5 цена-качество. Ну, ты понимаешь, что у нас игры стрим, братан? Ты можешь на... Каждый день я провожу трансляции на канале. По вечерам техно-стримы у нас. После техно-стрима у нас игровой стрим. Возьми King Bunky 7200. Вот. Вот такие. Прекрасная DDR5. Если понадобится разгон оперативной памяти, можешь мне ТГ написать. У него неплохие радиаторы, и за эти деньги просто халява. Так, все, погнали. Кстати, я такой же прирол делаю, когда видосы выпускаю. Ребят, я сейчас усиленно над новым видосом буду работать после перевода, да? Но мне писало 98 человек, так и надо. Diablo 4 переделали, в лучшую сторону Виллиус? Серьезно? У меня на хардкоре 4 персонажа там. Вопросы в чате, если есть, пишем, пожалуйста. Но так как я стримлю... И сейчас буду делать синхронный перевод трансляции. Вопросы во время перевода только через донат. В Diablo по геймпассу играем, правильно делаешь? Уже 102, ебой.
Ну что, ребят, посмотрим, что покажет. Надеюсь, Capcom покажет какие-нибудь классные игры. Я бы хотел, чтобы Capcom сделала ремейк ремейка Resident Evil 3. Только вот такой, как Resident Evil 2 ремейк. Ну, чтобы еще лучше было. Потому что ремейк Resident Evil 3 вообще не айс, к сожалению. Я играл. Огромное спасибо Жевчину за то, что подогнал ключ. Кстати, сегодня Dragon's Dogma 2 буду качать. Вадос подогнал ключ. Спасибо ему огромное. Кстати, ребята, если хотите, можем после этой трансляции запустить стрим по Helldivers 2. Давайте опрос в чате сделаю. Хотите стрим на канале после перевода Future Games Show 2020? Ребят, проголосуйте, пожалуйста, в чате. Я голосование сделал. В зависимости от вашего... Ну, от результата голосования, от вашего голоса. Будет трансляция на канале после этой по Helldivers 2 или ее не будет. Решайте сами. Братан, это та самая трансляция, бро. А, 3000 зрителей. Я понял. Ну, значит, это твинк канала. Алекс Бэйби. Ну, ничего страшного. Это IGN, наверное, стримит, поэтому там 3000. Здравствуйте все. И добро пожаловать на Future Game Show. Меня зовут Саманта. Я Карла. Из Baldur's Gate 3. Я немножко отошла от проекта Baldur's Gate 3, и сегодня представлю вам этот проект. Это актриса Карла из Baldur's Gate 3. Еще не мой чувак переводит, ребят. Представься, братан. Меня зовут Бен. И вы знаете, я там с каких-то социальных сетей. Он озвучил персонажа Final Fantasy. Так, ребят, секунду, давайте я попробую найти Future Game Show без этого чела, который там на фоне руками махает, да, потому что это, ну, такое. Во! Поехали, давайте посмотрим на вот это, ребят. Потому что он меня немножечко напрягает. Это для немых перевод. Мы же не немые, правильно? Без обид для немых. Я не знал, что это актриса, которая озвучила Карлу, честно. Там симпотненькая актриса, с которой внешность взяли в Baldur's Gate 3, которая озвучивала Shadowheart. Но она лесбиянка, к сожалению. Эф, эф, какая бригада. Напомнила рекламу костюма из Crysis. Главное, что в нем не потеют ноги. Это был первый показ PvP аркады, рейсер какой-то. В 2024 выйдет игра. Давайте эту игру в виш-лист. У нас есть своя собственная страница весенняя с играми Steam. Вы можете найти таким образом, добавить любую игру в виш-лист, которая будет на этом шоу. А после шоу вы можете подписаться на канал Architech. Вот, прожать лайк и приходите на ежедневные трансляции канала Architech. 7-9 вечера по МСК, когда я их запускаю. Так, ну что, давайте дадим людям то, что они хотят.
У нас новый трейлер. Сотни тысяч просмотров. Это Зукосис какой-то. Блин, я не Зукосис хотел. Это что за дичь? А, это помните фильм «Нечто» с 1983 года с Курт Расселом? Вот это похожая тема. Слышно, да, ребят? Ну как, не слышно, все слышно. Ну да, это типа нечто. Жесть. Зукозис. Прикольно. Как нечто. Надо чекнуть. Паразит, который инфицировал животных в зоопарке, появится в 2024 году на ПК. Мы покажем вам игру, которая имеет отпечатки от своих разработчиков, да? По всему месту. Ну, то есть по всей игре. Когда корабль разбился, я думал, что жизнь сколлапсирует сама на себя, да? Сама в себе. И было ощущение, что океан вокруг нас пытается продавить обшивку нашего корабля. И я размышлял о том, что каждый из нас сможет ли найти мотивацию идти дальше. Ну ты принимаешь все как есть, да? Ну я стараюсь. На моего кореша похож, кстати, на рыжика. Главный персонаж на него похож, лол. Должно быть нечто большее к жизни. Доктор Компьютер? У нас появилась куча вопросов. Блин, прикольно. Знаете, что напоминает? По арт-стайлу «Побег из курятника». Вы помните такой мультик, ребят? Кто помнит, плюс чат, кто смотрел. «Побег из курятника». Рекомендую посмотреть. Вообще, я сделал ошибку. Мы все делаем ошибки. Извини, что возложили бремя на тебя. Но ты прекрасный человек для этой работы. Ну, типа. Вторая часть в этом году выходит, «Побег из курятника», надо глянуть. Блин, это чистый рыжий, реально, на моего кореша похож. Ну, его Альберт зовут. Прям его клон. Наконец-то, игроки могут нырнуть в этот мир на ПК, Xbox и PlayStation в скором времени. Давайте посмотрим на игру, разработчики которой сделали Siege of Dawn, то есть, ну, осаду рассвета. Я Мэтью, я аниматор, то есть директор анимации. Finlock — это RPG Souls-like. У вас маленький компаньон в этой игре есть. Вы бросаете вызов греческим богам. Мы увеличили темп игры, улучшили динамику. Хотели, чтобы новые игроки попробовали этот жанр, да, которые еще не играли в подобные игры. Эта игра... В ней нужно чувствовать ритм. Здесь игра о ритме, да? По сути. Игрок должен, по сути, понимать, когда следующая атака пройдет по персонажу, да?
То есть мы объединили базовый мусет с усиленными атаками. Также добавили винтовки, стрейфинг в игру. Мы сделали двойной прыжок в игру. Возможность скользить по холмам, да, то есть... И делать комбинации мувов. Вы можете добить персонажа, ну то есть противника, топором или пистолетом. Все эти движения, они были захвачены специальной камерой. Хореографические движения все вот эти, да? Венам стрим не нравится, ты волен уйти отсюда. Игра появится на Xbox и ПК летом 2024 года. У меня два вопроса для тебя. Почему ты меня оставила? И что у нас будет дальше? У нас Souls-like. Это мир, который находится в петле. Enotria называется последняя песня, так переводится. Enotria Last Song. Вечность, потраченная на постоянное проигрывание музыки, когда возлюбленные друзья на тебя, против тебя обернулись. Какой бы конец ни был, это была честь для меня создать, отрежиссировать песню перемен вместе с вами. Артстайл очень классный, мне нравится. Ох-ох-ох, сколько соус-лайков, ребят. Меня нормально слышно? Плюс чат, ребят, если нормально. О, это Фламберг, мой любимый меч. Чем-то Фейбл напоминает. Кто в первую Фейбл играл, плюс чат. Ничего себе музыка! Трек огонь! Вау, Enotria, последняя песня. Вот, в это я бы поиграл. Люблю Souls-like, в Elden Ring 140 часов провел. Шторм Созидания. Великолепно. Не так ли? Ребят, вот эту игру я жду. Блин, это круто. Это реально круто. Enotria, последняя песня. Появится на PlayStation 5, Xbox и ПК через Epic Games Store 21 августа 2024 году. Следующая игра о строительстве городов. Вы будете создавать соседние районы вашей мечты. В Steam тоже будет, но они сказали только в Epic Games. Я жду. Очень прикольная игра. Смесь Fable и Dark Souls. Очень клево. Реализуйте чертежи, написано. Отдавайте приказы на строительной зоне.
Графон эры мезозоида, ребят. Ну это как... Как эта игра называется? Там, где города строишь. Никогда не любил этот жанр. Строители. SimCity, да. Снимите пыль с ваших шляп. Игра появится во втором квартале 2024 года. Так, давайте передадим эстафету разработчикам хоррор-игры. Давайте посмотрим, что они нам приготовили. Ух, какая тяга красивая. Меня зовут Андреас. Я директор этой игры и разработчик из Аргентины. Сейчас работаю в этой студии и разрабатываю эту игру. Это survival horror. В определенные моменты у вас появляются кат-сцены. Это лайв-функция. А мы хотели сделать что-то наподобие игры, вот этой 2022-м, то, что вышло. Объединить фильм и хоррор-игру. Вы видите протагониста, точнее антагониста, с большими белыми зубами, там, белыми глазами, еще что-то вроде, ну, то есть, вот, чудовищ, да? То, что вы видите, это то, как мы снимали все это, да? Позади сцен. То есть мы делали это наподобие гибрида фильма, да? Снимали сцены. Но здесь вы видите маленькую часть истории. Это отделенно. И геймплей объединяет все эти части друг с другом. Я единственный, кто понимает, что действительно происходит во время съемок. Вы видите в игре все в пикселях. Вы не видите, например, лицо вашего персонажа. В конце истории вы понимаете историю, сюжет. У нас есть демо этой игры на Steam. Эта игра появится на Steam. К 2025 году игра выйдет. Слушайте, ну это интересно, гибрид на самом деле. Прикольно. Вернусь к тебе. Без какой-либо причины. Спасибо, что объединили нас. И этот завораживающий геймплей этой игры. Демо будет доступно прямо сейчас. Если вы следили за всеми событиями Future Game Show, вы знаете, что этот бродкаст стримится на разных платформах, да? Это просто болтовня идет, ребят. Следующее видео расскажет вам о том, что будет происходить на этой выставке на протяжении ближайших нескольких дней. Это на вот этой выставке происходит, да, ребят, на PAX East? Я слышал, кстати, о ней, что это игровая выставка. В Штатах вроде, да? Но я надеюсь, замена E3 будет, ребят. Это будет очень грустно, если подобные выставки вообще пропадут. Арчи, надо в сленге индуса озвучивать. You will never understand my true Indian accent. Nothing better than the Indian accent. The best gaming presentation ever. Здорово, Иван. Она уже проходит, эта выставка. Можете прочекать ее на Твиче, чтобы быть в курсе всех новостей на выставке. У нас новый трейлер Адвенчуры, где вы бродите по разъединенным штатам Америки.
on roads less traveled to a place we've never heard of in service of a shadowy employer. Мы работаем на какого-то теневого брокера. Теневого работодателя. И преодолеваем 1000 километров. Это обычные процедуры. Давайте не будем давать им причин, чтобы они нас задержали. Блин, прикольная игра. Арсел клевый. Ух ты. Проваливай, я есть лющи. Твои братки знают, что ты делаешь? Никуда не пойду. Стоять, пацантре. Нам весело, и это хорошо. Стройте отношения с вашей командой. Вот что было написано. Пообещайте, что будете приглядывать друг за другом. Игра появится на PlayStation, Xbox и ПК в этом году, но позже. После этого шоу будет трейлер этой игры, можете посмотреть, да, ознакомиться. Тебе нравятся коконы, он спрашивает. Ребят, это странный вопрос. Наша следующая игра — это космический хоррор, Метроидвания. О, Метроидвания тема. Ну-ка. Давайте посмотрим. Хоррор Метроидвания — это непростой жанр. Ну, такой себе хоррор. Ребят, сегодня 50 игр покажут. Показали только 4, не то 5. Не, ну кому инди-игры нравятся, то почему бы нет. Я последнюю инди-игру играл, она называлась Super Metroid и Metroid Prime. Не, Metroid Prime. Metroid Fusion, во. Моя любимая инди-игра. Билиус, тебе не нравится графика, но сделай лучше или поиграй во что-нибудь другое, бро. Игра появится на ПК и на Nintendo Switch в 2024 году. Добавьте в свой виш-лист. Мы соблюдаем график. Давайте посмотрим на следующую игру. Гендальф белый доволен в чате, я вижу. Пишет в чате, выглядит зачетно. В стиле Hollow Knight. Я рад, что тебе нравится, бро. Прожимаем лайк, ребят. Кстати, проголосуйте, пожалуйста, в чате, если вы хотите стрим по Helldivers 2 после данной трансляции. С подписчиками играть буду. Топ игра, ребят. Еще одна топовая игра, ребят. Хорошая новость. У нас прекрасная игра в стиле выживачи и крафтинг. Какие игры. Ребят, всю жизнь ждал такую игру.
Я вижу в чате, у народа соответствующая реакция. Ну, это графика палеозоида, мезозоида. Ну, у меня на PlayStation 1 такая графика была примерно. Неделя до релиза. Появится в Steam в марте. Следующая игра — это FPS-игра, командная FPS-игра. И вам нужно избегать убийственных улиток? Murderous Snails? Не понял. Сейчас узнаем. Бери раньше Sega. Ну, мезозоид, палеозоид. Что за кринж? Это рескин Апекса, что ли? Ребят, напомните, пожалуйста, как называлась игра, где можно было играть за монстра. Один человек за монстра играл, четыре против него. Напомните, пожалуйста, как называлась. Похоже на нее. Можете подписаться на бету этой игры и поиграть в нее. На официальном сайте. Не Apex Predator, как она называлась? Evolved, точно. Спасибо, Андрю. Да, Evolve. Она провалилась. Курц, здорово. Паул, привет. Теперь мы дадим вам привкусить мобильную игрулю. Вкусите мобильную игру. Почему мне придется это презентовать? Ну вот видите, как женщина его подставила. Мировая премьера мобильной игры. Ну и Wolf провалилась очень жестко. Проник, здорово, бро. Fortnite, да-да-да, Fortnite. Ребят, когда у мобильной игры арт-стайл покруче, чем у большинства AAA игр. Блин. Исследуйте разнообразную цивилизацию. Исследуйте глубины космоса с вашим флагманским кораблем. Выглядит многообещающе. Гендальф, ты прав. Ребят, выглядит очень многообещающе. Это топ-игра. Надо написать на экране donate now. Основание. Задонатьте сейчас. Галактический предел. Здесь не pre-register, а donate now. Эта игра появится на самую великую платформу всего человечества под названием iOS. И появится на мобильном драче, на мобильном сегменте игр. Мы праздновали все самые интересные предстоящие игры. С 2024-го мы начнем отслеживать самые интересные игры. Мы будем отбирать игры на будущее, самые интересные игры. И никакая электронная e-book не будет полностью завершена, или не будет полной, да, без таких классных ведущих,
как мы, ну, образно, да? Присоединяйтесь к нам. Психологический сиквел с великолепной графикой. Чего в кроссах и в костюме? Ну, скажи спасибо, что не в красных магазинах. И кепка FBI. Я думаю, до этого дойдем. Сцена у Saga 2 войдет в список Future Game Show электронных игр. История, экшен-история от Ninja Theory. Это запоминающаяся игра с уникальным миром и элементами психологического хоррора. Главный персонаж страдает психозом, всякие галлюцинации наподобие под названием «Гнев», «Furies». «Гневы» во множественном числе. Посмотри на кости, это будешь ты. Это будет каждый из вас. Дебют в 2019 году появился, да? Hellblade 2 моментально попала в топ нашего списка игр, достойных к просмотру. Беги от меня. Сенуа в этот раз управляет отрядом воинов в этой сцене. И она будет мстить викингам, которые убили ее любовника и уничтожили деревню. Она пытается противостоять тирании, но при этом испытывает жесткие галлюцинации, да, ребят? Ну, она под какой-то темой такой. Запретной, да? Будет исследование, также расширенная боевая система. Мы видели сцены, где она делает добивание с помощью меча и при этом уклоняется от различных атак, да? Также вам придется много карабкаться, как в Ларри Крофт. И игра выйдет на Unreal Engine 5. К счастью, нам не придется долго ждать, чтобы узреть эту игру воочию. Она появится 21 мая 2024 году на Xbox и на ПК. Игра появится на Xbox и на ПК 21 мая. Это первая игра, которая попала в наш электронный список Future Game Show. Давайте посмотрим на еще одну легендарную игру. У нас три игры, которые мы покажем вам сразу. Ведущий стрёмно выглядит, как будто булом торгует или шампунь. Ой, Серж. Ребят, чего вам так не угодить-то, а? Видите, какие шедевры выходят? Твой батя оставил сообщение для тебя. Хочешь его услышать? Сообщение от отца? Не могу поверить, ты его знал. Интересно, куда он пошел? Может, ты знаешь? Не знаю. Мы звали его Вася. А где... Хе-хе, убей девочку. И приведи ее ко мне. Это должна была быть обычной миссией. Но что-то пошло опять не так, да? Castlevania. Ребят, я никогда не видел такого крутого геймплея в жизни. Кричишь, его настирает, да? Это еще не конец, она сказала. Я открою истину. Неважно, какой ценой. Ух, какая графика. Пацаны, гляните. Издалека и вблизи. Алхимик сражается с графикой, с мезозоидом.
Гендальф, не ругайся, пожалуйста, в чате. Ты видишь, тут топ-контент? Боевой сок, ребят, алхимик. Спасибо этой студии за прекрасные игры. Добавьте обязательно их в свой виш-лист. Следующая игра от Moon Studio. Вот это прикольная игра, ребят. Давайте посмотрим, что можно ожидать от этой экшен-РПГ, которая появится в, в раннем доступе в апреле. Это прикольная игра, ребят. Она от создателей Ori. Меня зовут Томас, я креативный директор. Меня зовут Гена, я директор игры. Мы основатели этой студии, которая сделала игру Ori. Я эту игру жду. Мы работаем над новым проектом. Называется The Rest for the Wicked. Это моя мечта. Это экшен-РПГ, которую я всегда хотел поиграть на протяжении 20 лет. Мы пытались создать самую лучшую боевую систему. И мы хотели изменить то, как исследуются уровни. Мы объединили рандомную генерацию с мультиплеером, с социальными элементами игры, с отстраиванием вашей деревни, да, вашего города. Я хотел, чтобы кто-либо сделал такую игру, но так как никто ее не сделал, мы ее сделали. Геннадий вещает, да. Не, это классная игра будет. Мы хотели вам сказать, что чем больше вы будете... Ну, мы хотели сделать свой собственный микс. Мы не хотели от себя чину делать. Мы взяли самое интересное в интересующем нас жанре, и мы вдохновлялись при этом геймплеем из Monster Hunter, Dark Souls. Мы сделали всякие комбо, спешл мувы, да, то есть мы пытались это настроить своим образом, чтобы добавить еще при этом исследования, различные плотные дизайны уровней, чтобы можно было исследовать мир. То есть это не просто одна игра, которую мы пытаемся исследовать, да, то есть мы вдохновлялись разными элементами с разных игр, объединили их вместе, да, и пытались склеить это и преобразить в нечто невероятное. No Rest for the Wicked появится ранним доступом в Steam 18 апреля. Вот это классная игра. Да, это хорошая игра, Гендальф. Ну, блин, это Ori Studio, блин, ребят, это, блин, это левел. У них потрясающий арт-стайл. Психологический шутер, пацаны. Палеозоид пошел, ребят. Мезозоид уже был, сейчас... Палеозоид. Такая дрыщня. Только нормальную игру показали сейчас. Опять палеозоид. Не, не бань Софию, она нормальная девочка, я ее знаю. О, поляк! Что ты робишь? День добрый! Паны поляки сделали игру, ребят. Освоили мезозоид. О, поляки. Бобер! Я пердолил, бобер. Ребят, польская музыка, польские треки, водочка, славянский нарратив, мезозоид, графические пацаны. 4070 ее потянет, я боюсь, нет, братан. Тебе придется 4090 в SLI взять и скрафтить SLI-мост самому, вот, чтобы это поиграть. Слишком мощный графон, братан. Собираем компы, пацаны, да. 50-90 минимум, да. В тенях земли человечество объединяется против невероятного вторженца, сражаясь за свое выживание. Человечество внезапно возымело шанс против мощнейшего противника. Сражайтесь, чтобы побеждать.
получайте великие награды и спасайте человечество. Да что-то геймплей какой-то такой себе, ребят. Знаете, что мне это напоминает? Anthem от BioWare. Ну тут дресню вы помните, да? Можно сборочку? Основывайте альянсы и сражайтесь. А, братан, под такую игру сборка минимум будет стоить 3000 рублей на стриме, минимум. То есть под ту польскую игру, братан, это вообще серьезное дело. То есть там, чтобы мезозоид вытянуть, там топовый ПК не нужен. Бюджет от 300к рублей, да? Игра в 2025 году выйдет. Anthem 2.0. Dragon's Dogma появится в течение нескольких часов. Ну, 12 лет были мучительными в плане ожидания, но Capcom выслали нам финальный трейлер. В царстве фантазии и судьбы вы существовали до этого как избранный герой, которому была дана невиданная мощь, которая и не снилась моему отцу, с великой магией. Вы покоритель чудовищ. У меня она есть, ребят. Спасибо огромное это же Вадосу за то, что подогнал ключ к игре. Стрим по этой игре будет завтра. Займите место среди достойных. Собирайте союзников и исполните свою судьбу. Будьте избранным. Ищите истину своим сердцем. А сколько стрим будет? Она пока недоступна к скачиванию. Завтра, наверное, после основного техно-стрима будет стрим по Dragon's Dogma 2. О, это трейлер, который появится завтра. Ну, то есть к игре, которая появится завтра на Xbox, на ПК. Следующий трейлер будет сопровождаться музыкальным исполнением крутым. Спасибо огромное это же Вадосу за то, что подогнал эту игру. Ребят, у нее очень высокие системные требования. Я не знаю, как я ее стримить буду на 3070. У меня серьезные намерения на эту ведущую, пишет Макс. Какие? Ребят, у меня основные стримы с 6 до 9 вечера по МСК. Я подрубаю в этом диапазоне стрим. Я отстримлю основную часть техно-стрим. Ух ты. А потом Dragon's Dogma подрублю. Сегодня, если хотите стрим по Helldivers, проголосуйте, пожалуйста, в чате. С подписчиками будем играть. Ну там жениться. Это актриса, которую Карла озвучивала, бро. В... как его? Baldur's Gate 3. Да-да, у Dragon's Dogma 2 требования к процессору будут. Но у меня 10700K. Но могу его разогнать для стрима. Не-не, Карла из Baldur's Gate 3. Рогатая эта дама, персонаж. Ну как это, Гэндальф Белый не знает, кто такая Карла Baldur's Gate 3. Ты, походу, самозванец. Ты даже не Гэндальф Серый, раз не знаешь. Настолько хайповая игра. Эта игра отобьет почки моей 4070. Братан, у тебя карта норм. Это у меня каловая карта 3070 для этой игры, для стрима. С 8 гигами видеопамяти. Ха-ха, подловил. Ну вот, видишь. Поэтому подписывайтесь, ребят. Прожмите колокол. Приглашайте друзей, знакомых. Не, ну польская игра была топ. Народное творчество. Спасибо.
Чи, привет еще раз. Здорово. 7800 XT чуть поднял частоту до 2600 миллиграммов. Темп под 74. Хочу еще это нормально. Выше. Какие допустимые адекватные нормы температуры от спот? Слушай, чтобы было комфортно карте. Трейдрибер, спасибо за донат. Максимальный хотспот AMD рекомендует не... Приоритет был огромен. Вся питерская братва обращалась к нему не иначе, как на вы, уважительно называя Степаныч. На помидорке. Спасибо большое. Вань, спасибо за помидорки. Блин, спасибо на помидорке. Бро, спасибо. Трейдрибер, не выше 115 градусов хотспот, говорит AMD. Предел 115, но желательно не выше 90 градусов. Понял, да? Спасибо за донат. Разница у видеочипа, например, 60 градусов, температура видеочипа, T-Junction должен быть 15 градусов. Разница 10-15 градусов. Если 20-25, уже такое. Это уже, значит, не очень хороший прижим, скорее всего. Либо проблема с охлаждением. Спасибо за донат. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Спасибо огромное за поддержку. Colorful интереснее, чем Polito Maxun. Вот. Спасибо всем, кто слушал этот невероятный трек. Эта игра появится на ПК, на PlayStation, Nintendo Switch в 2024 году. Можете посмотреть полный трейлер на YouTube-канале официальном этого разработчика. Следующая игра про Беэльзебуба. В этом мире пытаются выжить, в мире, в котором везде нехватка воды. Давайте посмотрим трейлер этой игры. Да не за что, не за что. Понадобится настройка карты, обращайся. Там, ну, если сам не сможешь, или там, если в УЗУ понадобится настроить процесс. Ох, какая графика, ребят. Я вспомнил игру на PlayStation 1, там надо было обезьян ловить. Там надо было бить обезьян и ловить их. Вот. Как она называлась, ребят? Что-то про обезьян, манки что-то. Похоже по графону. Я буду защищать эту великолепную нацию. И излечу людей этой нации. Это наземная армия. Чего? Вы подождите, мы вам воткнем. Twisted Metal? Здесь просто болтовня идет. Ape Escape, да, Ape Escape, Андрей. Классная игра была. Хе-хе, с этой армией мы будем контролировать весь мир. За наших предков. Японская кринжатина, ребят. Я не могу это переводить. Я хочу ремейк игры Ape Escape. С PlayStation 1. Вот это топ будет, пацаны. Короче, тут японская кринжатина была. Не люблю кринж переводить. Ну, вы поняли. Это смесь Twisted Metal и Ape Escape с PlayStation 1. Вот. В стиле Dragon Balls. Спасибо. То бишь смело можно поднять до 6800 минус 6900, и карта будет 85 где-то у меня. Это можно сидеть и не париться за перегрев. У меня такая же, как у тебя, пури белая. Думал, хуже будет охлад, но все норм. В кайф. Братан, 7800 XT Сапфир Pure от Сапфира, классная карта. T-Junction 85-90 это норм. Спасибо за донат, братан, подымай, подымай. Там 5 тепловых трубок, карта весит 1150 граммов примерно. Нормальная карта. Спасибо за донат. Спасибо. У меня такая же, только в Москве, когда приедет, на ней буду стримить. От души, братик. Спасибо тебе за поддержку. Okay. Sorry, that
Это был голос Андрея Ярославцева, царствие небесное ему. Голос Fallout 2, сержанта Дорнана. Кто-нибудь помнит? Плюс чат. Рейд — нормальная тема. Следующая игра, где вы должны заниматься контрабандой, гриндить и наслаждаться великолепной графикой и потрясающим геймплеем. Восстановление тела невозможно. Перенаправляю ваш разум в новое тело. Короче, это типа а-ля Darkest Dungeon, только в космосе. Да, это Hunix Adai. MDI — это дуалы. Это отличная память. Андрей, у нас самый крутой битбокс на донате в 1800 рублей и 2000 рублей. Там вообще топовый битбокс. И на 900 рублей тоже прикольный донат. На 500 — это джампскер. Лучше не надо на 500. Ребят, фантастический геймплей. Кстати, я в Darkest Dungeon 300 часов провел. Ну, я 7800, кстати, для стрима взял. Там AV1 кодек, по идее, должно нормально работать. Вы готовы быть королем крыс? Вам лучше быть готовым. Космическая тюрьма появится на ПК. Поэтому ждите. Теперь нужно открыть снова ящик Пандоры. И посмотрим на престижную крутую игру. Вы должны будете проникать в логово всяких бандитов и негодяев. О. Чуть не заругнулся. Это от Ubisoft. Звездные войны новые. В далекой галактике Звездные войны появились снова в нашем списке крутых цифровых игр. Outlaws — это симулятор контрабандиста от Massive Entertainment, известные играми Tom Clancy The Division, Avatars of Frontiers of Pandora, ну, то есть про аватары игра, ими сделанная. А вы не говорите, там рейтрейсинг тоже будет must-have. Они будут принуждать нас рейтрейсинг использовать, да? Эта игра находится в периоде возвращения джедая, и империя наносит ответный удар между этими периодами. У вас будет приятный компаньон, прикольный робот-охранник и мега-быстрый байк. И вы будете корефаниться с синдикатами и творить грязь. И у вас будет доступ к самому Джабба Хатте. Крыгальня номер один. Здесь будет боевая система со всякими гаджетами, да, там, обилками. У вас будут космические битвы. Вы будете исследовать города космические, да, на разных планетах. Там Татуин будет, различные планеты и прочее. Будете заниматься контрабандой, будете делать сложный выбор и растить репутацию, да, у разных организаций. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Где-то в 2024 году. Но время все еще есть. Ребят, последняя классная игра по Звездным Войнам — Академия Джедаев и Knights of the Old Republic 2 от Obsidian. Вот для меня это две последние хорошие игры. Надеюсь, это будет хорошая игра. Мы рады поприветствовать Star Wars Outlaws в нашу библиотеку электронных игр. Что следующее, Бен? Бен, что с тобой? Ты от графики, что ли, онемел? Польская игра настолько понравилась, да? О боже, нет! 2.40.90 высылает для польской игры, вы шо? Да ты шо, донат на 3000 рублей, сборка ПК — это слишком дорого на стриме. Ты шо, совсем офонарел? Он аж светится от FPS, пацаны. Вот настолько крутой ПК вам нужен, чтобы аж светился. Вот тогда-то вот та польская игра с мезозоидной графикой будет работать. Худший кошмар кинематографа. Please.
Blockbuster Inc. Не бань пикселя, Макс, я же его знаю, блин, сколько времени. Пиксель не тролль, братан. Он тебе мут на 1800 секунд дал. Пиксель. Я не могу мут снять. Сорян, бро. Выигрывайте престижные награды на невероятных церемониях. Питайте, взращивайте ваших звезд голливудских, да? Гриндите. Проходите через историю кинематографа Соединенных Штатов. Blockbuster Inc. Скоро появится на экранах. Игра появится на ПК в 2024 году. Сим сливу, да-да. Следующие игроки. Есть интересные новости касательно будущего этой игры. Ну, это, кстати, говорят, неплохой инди-проект. Что-то наркомания какая-то на экране. 8 новых душевных мелодий. Людской факел. Акробатический режим. Призывайте лодку. Катайтесь на ней на полной скорости. Призывайте еду. Говорят, неплохая игра, кстати. Новая одежда, новые скины. Привлекайте животных. Таких как агрокрабов. Прикольно. Слушайте, знаете, что напомнило? Я не знаю, почему мне эта игра напомнила Sheep and Dog. Была такая игра на PlayStation 1. Кто играл, плюс чат. Очень клевая игра была. Sheep and Dog. Овца и собака называлась. Этим летом. Да, игра хорошая, но детская, да. Вы можете прочекать апдейт. Sheep Dog and Wolf, по-моему, Sheep and Dog. Фантастическая игра была. У нее даже графика сейчас нормально смотрится, потому что там арт-стайл космос. Но я ее так и не закрыл, потому что у меня запил на диске был. Я тогда маленький был очень. О, боже мой. Строительные блоки сообщества были основаны на великой демократии. Но иногда нет более мощного метода заявить о себе, чем вмазать кому-то в бубен, как князь говорит. Техно-князь. Блин, Ape Escape классная игра была на PS1. Sheep and Dog, эх. Может, на стриме поиграть в нее? Не падай. Не спотыкайся. Отжигай. Ну, типа Fall Guys игра. Ой, Сода Попин, отвратительный чел, знаю этого стримера. Говорят, аферист еще тот. Ужас. А еще, по-моему, он гей. Рик Эсли сделал трек для этой игры.
Ну слушай, одну игру неплохую показали, Видеос. Dark Souls. Ну, Souls-like. А-ля Dark Souls. Ты уверен, что мы не можем вернуться в наш старый дом? Ты скоро привыкнешь. Думай об этом как о приключении. Кто ты такой? Я Симоне. Не помнишь меня? Посмотри сюда. Это приквел. Что мне делать, как ты думаешь? Я требую объяснений, с кем мы имеем дело. Эй, Симон. Возьми магические книги. И воткни плохому волшебнику. Спаси магический мир. Легко, да? Ну это мезозоид какой-то, ребят. Как всегда, в конце покажут самые интересные игры. Simon the Sorcerer Origins is coming to PlayStation, Xbox, Switch, PC, Apple, and Linux. Симон Колдун появится на Linux, ПК и так далее, да? В 2024. Я знаю, что ты ненормальный, вот, но дай мне вести, окей? Ну, она ему говорит. Это коллаборация между двумя мощными силами природы. Ну, следующая игра. О, боже мой. Да, он ее реально подбешивает, прям жестко. Стример, я возврат на 1080 рублей оформлю, если на стриме не будет анонса Барды 4. Братан, это разрешение стрима. А не количество денег, которые ты должен заплатить. Ну, вернее, Лера. Это маэстро анимации. Появится на Steam в 2025 году. Следующая игра — это апдейт на Infinity Siege. Это игра с элементами Tower Defense, да? В конце концов, наша гордость оказалась нашим концом. Ну, типа, гибрид жанра. Когда зло торжествует, герои бросают ему вызов. Слушайте, ну это прикольно, я люблю такие гибридные жанры. Не, ребята, это может быть очень крутой игрой, кстати, о птичках. Это, короче, гибрид Tower Defense с экшеном и с типа а-ля стратегией. Только такой масштабный. Блин, это реально круто. Это очень круто. Знаете, что напомнило? Maelstrom была такая игра. На ПК. Что-то напомнило. Я очень люблю вот такие жанры. Это очень редкий жанр. Ничего себе, на технику можно садиться, которую призываешь. О май. Ох, это годнота, пацаны. Это дикая годнота. Ёкало мане. Последняя игра такая Maelstrom была. Лет 15-20 назад. Вот это я жду. March 26 появится. Ну, она может быть только в ролике годная, да? Ну, блин, я так люблю вот такое смешение жанров. Это редкость, это очень-очень крутая игра будет, если она будет хорошо реализована. Уф, уф, уф. Да, похоже немного на роботов, которые в Матрице нападали. Maelstrom — это была стратегия, в которой можно было управлять персонажем от третьего лица.
И при этом можно было садиться в вертолеты, в танки и управлять техникой. То есть это похожая тема была. Это очень круто, ребят. Стратегии мертвый жанр, к сожалению, кроме Total War'ов, да, Total War Warhammer'ов. Но они тоже уже сдохли, походу. Creative окуклилась, отыквилась. А такой жанр, гибрид жанров, это вообще редкость, ребят. Таких игр единицы. Это очень круто. Низкобюджетная пародия на игру с рыжим огурчиком, ну да. Лера, это твой нубатвинг? Это та самая Тян, которая играла со мной в Helldivers? Кстати, сегодня будешь играть? Ой, прикольно. Игра называется... Нехватка бюджета. Прощай, Север. А, нехватка бюджета, ветер северный. Владимирский централ, ветер северный. Мы рады анонсировали, что ветер северный и нехватка бюджета появятся на Xbox 15 августа. Следующая игра, вам нужно будет бороться с ордами зомби, норвежскими зомбами в PvE битве. Меня зовут Марк Джейкобс. Я генеральный директор, созидатель этой студии. Мы работаем над тремя вещами. Над тремя играми. Мы работаем, создаем игры на Unreal Engine. Мы затратили огромное количество времени на то, чтобы добраться до того, что мы имеем. Но самое главное — не сдаваться. Наш движок может делать вещи, которые никто не может делать. А, они на своем движке делают? Прикольно. Значит, я не понял. И то, что мы хотим сделать, это масштабные битвы. Более 500 людей. 30 FPS в секунду? Че так мало? Я креативный директор, арт-художник, да? Арт-директор. Прикольно в этой игре то, что вы можете иметь... огромное количество противников на экране, нежели на других движках. У вас тысячи врагов, и несколько из вас противостоят этим ордам. Это слэшер. Hack and slash. Он глупый, но веселый. То есть эта игра не воспринимается, серьезно. У нас также будут определенные дни, когда мы будем показывать дополнительные сценарии, осады, там, сюжеты, может, что-то сложнее будем делать. Может, вместо тысячи мобов против вас будут драться 500 мобов, но очень мощных. И неважно, как вы думаете, насколько круто вы штуки придумаете, у игроков всегда будет что сказать по этому поводу, да? Они всегда скажут, что им понравится, что не понравится. То есть определят, да? И прикольно то, что мы в этой игре можем менять все на ходу. И самое главное то, что мы на связи с нашими игроками, да? То есть мы понимаем, чего они хотят. Мы хотим, чтобы вы... прочувствовали, каково быть в моменте в Хельмове впадине, как в Lord of the Rings, как в Властелине колец, да? Когда на вас там сотни врагов нападают сразу. Мы собираемся в марте запуститься на Steam, и в конце года мы запустим на одной из сосолей, ой, на одной из консолей эту игру. Ребят, на самом деле это очень крутая игра. Почему? Потому что не существует практически ни одного движка, который вывозит огромное количество маленьких существ, да, противников, в количестве тысяч единиц. И чтобы они при этом имели логичный маршрут движения и прочих таких вещей. Это очень крутой проект. На самом деле, если он стрельнет, на этом движке можно будет делать крутые стратегии. А-ля Total War. Just head to the Future Game Show Steam page, where you'll find all the featured demos in every game in today's broadcast. May your wish lists runneth over. А, ты Евгений, все понял. Давай издалека, ну как тебе сказать. Я с одной девчонкой играл. В Helldivers 2. Я думал, это я нубатвинг.
Ну, Твинк, вернее. Потому что она с двух аккаунтов разных заходила. Ну там пазл, там детективный и прочая дрянь, да? Anglefoot is sliding in now, a lightning fast FPS that puts the kick into kick-ass. Быстрый FPS. Платформер. Ну, короче, вы поняли, да? Ляра пишет, я как мини не хуже, лол. О, прикольная игра. Deathbound. Как Dark Souls. Помните, в эти игры можно поиграть бесплатно после шоу. Ну, это Лера сюрпризом, да? Спасибо всем, кто с нами работал. Кстати говоря, о бесплатных играх, вот, посмотрите на эти коды. Если вы достаточно везучие, вы можете получить лимитированный тест на эту игру. Забирайте ключи на эту великую игру прямо сейчас. Следующая игра — это симулятор строительства и выживания. Я видел демку этой игры. Она прикольная. Но не мой жанр. Что-то я не фанат вот это все строить и так далее. Ну, раньше любил, сейчас нет. Чем-то механоиды напоминает немножко. Похоже на спор, да. Первая спор классная игра была. Она у меня есть, кстати. У спор 2 Electronic Arts, точнее Activision, отключила сервера. Игра появится на Steam в раннем доступе. Завтра. Это ритм шутера, пацаны. Паркан. Тьфу. Игнатику ничего не нравится. Ну ладно, ладно. Мне нравится хороший ремикс. Robo Beat появится в Steam, в Epic Games. Добавьте в плейлист. Now, if you fancy yourself something of a contemporary Sherlock, this next game's for you. Следующая игра для вас. Это симулятор детектива Шерлока Холмса. Это неинтересно. Поехали дальше. Ну, в начале игры, в начале этой презентации показывали один классный соус-лайк. Вернее, два классных соус-лайка. Ждем. Это хоррор-игра от первого лица. Появилась в электронном списке игр, которых стоит посмотреть. От разработчиков Амнезии. Это террор, который пытается вас тянуть за нитки, да? То есть вот цеплять вас за нитки. Хоррор-игра. Плейтест.
Игроки играют за работягу. Им нужно искать ответы в изолированном лабиринте на большой платформе, которая находится посреди моря. Ну, нефтедобывающей платформе. Короче, симулятор работяги и хоррора. Привет, Павел. Еще раз. Мы работали с командой, чтобы показать вам этот новый трейлер, дабы вы могли им насладиться. Чего? Чего не понял, что она говорит? А, ты опять вляпалась, да? Ты не можешь бежать от проблем вечно. Ну, убегать вечно. Оу. Черт, что дает, лац? You don't understand nothing. Это шотландский акцент очень жесткий, его тяжело понимать. Я очень устал от всего этого, хочу, чтобы это закончилось. Если ты не разберешься с этой вещью... Я люблю тебя. И буду ждать тебя навсегда. Блин, какой акцент жесткий. Вот этот шотландский очень жесткий акцент, высокогорный. Они иногда так говорят, что их никто не понимает. Но мне он нравится. Мне ирландский акцент нравится, когда девушки на нем говорят. Still wakes the deep. Прикольно. Вы слышали об этом, да? Игра появится на PS5, ПК 18 июня. Или 15. Давайте посмотрим на платформер, где вы деретесь как боги, и у вас земля трясется под ногами. Так, давайте это перемотаем. Что-нибудь нормальное. У нас еще одна премьера. Здесь уже что-то поинтереснее. К архитекту каждая идея начинается с каждой девятки, возвышается из нашей амбиции и ходит по краю нашего воображения. Чего? Для них пустые чертежи представляют целый мир возможностей. Мир снов и мечтаний и проходов. Не, хороший нарратор, но что-то странное. Пазл какой-то. Сайберия напоминает. Синий принц. Попался аппарат мобильных игр, бывает. Ну, под конец игры, думаю, будет норм. Да, было пару прикольных игр, Генда. Приятного аппетита всем, кто кушает. Следующая игра на... Это выживач на Unreal Engine 5. Здесь игра называется Орды Голода. Hordes of Hunger. Типа, этот трейлер пока что показывает работу в процессе, да? Medieval напоминает игру с PlayStation 1. Кстати, ремейк вышел. Какая дубовая боевка. Блин, я почему-то в Medieval захотел поиграть. Игра про скелета. Кто знает, плюс чат. Ремейк же есть. Ну, это пока в Альфе игра, ребят, это видно. Может, ее доделают, будет классно.
Элемент рогалика, да. Арсел, прикольно. Игра появится в 2024 на ПК. Следующая игра об объединении блоков и управлении роботами. Вот игра Линкито. Так, давайте я перемотаю эту игру, это мало кому интересно. Еще мировая премьера какая-то. Во. Постройте город бездны. Ау, как я хочу ремейк Black and White. Мне почему-то этот Black and White напомнил стратегию. Кто играл, плюс чат. Там можно было быть злым богом, можно было быть хорошим богом. Чем-то напомнило. Он не Гэндальф белый, он Гэндальф серый. Он не в курсах Baldur's Gate 3. Так что он Гэндальф серый. В лучшем случае. На свадьбу подарили Black and White? Да, фантастика была. Надеюсь, ремейк сделают. Ну, короче, сатанизм в абсолюте проктул Хусана. Сим-сити в аду. Как будто жизнь в Англии. За что я серый? Потому что ты не знал про то, что она актриса из Baldur's Gate 3 справа, что она Карла озвучивала. И ты не понял, вот такая Карла. Знаешь, Baldur's Gate 3 ты не играл. Гэндальф белый знает все, поэтому ты не белый, ты в лучшем случае серый. Medieval ремейк, да, надо поиграть. Я не играл, кстати, Medieval ремейк. В оригинал играл. О, крутой трек. Качает. Трек огонь. Трек качает вообще. Give me a chance. Ты точно серый, Гэндальф. Блин, любопытный проект. Следующая игра — это Spine. Это игра в кунг-фу стиле. Стиле, где вы боретесь за демократию против диктатуры. Это ранний футаж, пацаны, то есть ранние кадры. Она убила Тони! Они убили Кенни! Начинается дождь. Смотри, чтобы пушки не промокли. Слушайте, ну прикольно, чё, боевка клевая. Не, мне нравится боевка. Но это ранний доступ, это альфа, ребят. Ну, типа в разработке. Слушайте, прикольная боевка, пацаны. Ау, как я хочу Mortal Kombat в таком стиле. Ребята, я хочу Mortal Kombat Armageddon 2.0. Вот если бы Мортальник Армагеддон вот такой вышел, было бы его. Блин, это интересная игра. Ее надо чекнуть. И прошлая, там музыка вообще огонь была. Игра появится на ПК и Xbox в 2025. Ждем. Прыжки с Макс Пейна, да. Это пазл игра. Или из Фира. Помнишь прыжок с ударами ноги в воздухе? Это было круто в первом Фире. И гвоздомет. Вообще огонь была тема. По динамике немного похоже на то, что было в трейлере прошлой игры. Не, очень интересная игра. Есть пара хороших игр на этой презентации. О, библейский грех. Я так понимаю, да? Адам и Ева или что? Какой-то странный Адам, на уголовника похож. Ну, опять извращение какое-то, ну понятно. Что за наркомания? Что-то странное.
Держите, чтобы молиться. Это прикольная игра. Это от российских разработчиков, пацаны. Это прикольная игра. Если это в моей силе, чтобы встрять в твой дизайн или предотвратить твой дизайн, это часть твоего плана. Это то, как оно должно быть. Это очень хорошая игра, кстати. С ним все будет чики-брики. И в дамке. Я не узнал ее сначала. Илюха выживет. Мурутопия, да. Мурутопия тема. Ну, ты видишь, я пытаюсь. Но он всегда за моим плечом. Эх, ребят, Мурутопия какая игра была. Космические рейнджеры, механоиды. Жаль, российский геймдев никто не финансирует. Столько шедевров могло бы уйти. Befriending a demon. Tiefling! Tiefling! Like, how many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Оба навалили кринжа. That was Indica, which is coming to PC in Q2 2020. Индика появится на ПК в 2024. Сейчас у нас последний трейлер. И это очень крутая премьера. I'm deeply sad about this. But somehow that feeling is being slowly usurped by the promise of a new video game to look at. Curious. Типа, мне жаль, что это заканчивается, но как-то не нивелируется мое сожаление тем, что появится новый трейлер. Интересно. Мир — это сказка. Перемирие. Что-то, что ты рассказываешь маленьким крысам для того, чтобы они не боялись ночных кошмаров. А теперь тебе пришлось... Пришло время проснуться в ночном кошмаре. Пока война разжигалась, зло поглощало наш мир из года в год. Пока великое зло не освободилось. Ты думаешь, что ты знаешь что-то о страданиях, ты ничего об этом не знаешь. Крылья черны, как ночь. Зубы крепкие, как сталь. И жажда мести. Есть время для героев. И время героев прошло. Это Darkest Dungeon, да. Царство встретило воина. Который закален на северах. И так же холоден, как этот мир. Крыса, которая выкована из железа, готовая к великой битве. И так начинается новая история о великой крысе. Прикольно. История железа. Усики зимы. Прикольно. Я бы в это поиграл. Слэшер а-ля Darkest Dungeon, только слэшер. В 2024 появится на многих платформах, включая ПК. Мы должны с вами попрощаться. Я знаю, что ты... Я чувствую, что ты будешь улыбаться и смеяться. Но это не конец шоу. У нас еще один трейлер есть. Ну, еще один трейлер, да? Ну да. Ты держала это при себе, да? И никому ничего не показывала? Чувствую себя дурачком.
Женщина, ты мне надоела. Видите, в этот раз женщина победила. Дайте ей уже Оскар, да? И мне Оскар за перевод, да, пацаны? Прикольная игра прошлая была, я в нее поиграл бы. Привет, одна левая. Спасибо, вам тоже хорошего вечера. Страшилка ведущая, это женщина, озвучившая Карла из Baldur's Gate 3. Ты меня слышишь? Чего? Красивая игра. Что-то крутое. А, это дополнение к этому, что ли? Господи. Ну, я не те говорю, это я перевожу. В хоррор-стиле, господи. Если ты слышишь, не принимай никаких рисков и телодвижений лишних. Ты нам нужен. Прикольно. Пожалуйста, ответь. Это место небезопасно. Индустрия 2. Блин, очень красивая игра. Чем-то чуть-чуть Fallout как будто напомнила. И этот... Ну ладно. Хоррор какой-то. Это была Индустрия 2, которая скоро выйдет на ПК. Давайте вышлист. И больше без приколов. Это наш последний трейлер. Это было невероятное удовольствие, взаимно. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто был с нами на связи, на стриме. Также хотели поблагодарить людей, которые сделали это шоу реальностью, и наших партнеров. Подписывайтесь на нашу страницу, подписывайтесь на канал Architect, добавляйте игры в ваш вишлист. Было пару интересных игр перед тем, как мы закончим. Мы хотим рассказать, насколько это сложный период для игровой индустрии. У нас не было бы шоу без работяг, которые вдохновили нас. Мы понимаем, насколько это сложно работать в этой индустрии. Каждый, который пребывает в этом шторму, мы видим вас, мы думаем о вас, и мы надеемся, что вещи наладятся, то есть все наладится и все станет лучше. Пожалуйста, поддерживайте ваши любимые игры и тех, кто их разрабатывает, как бы вы, любым методом, которым можете. Это было Future Game Show 2024. Будущее Future Game Show будет иметь интервьюшки с разработчиками и еще больше мировых премьер. И через 60 секунд примерно она начнется. Я пойду раздеваться. Давай, покажу людям то, что они хотят. Барда не было, верни 1080. Это к Ютубу. Да, не за что, Максимыч. Ну что, завершать перевод? Или еще хотите, ребята? Если хотите, плюс чат, если нет, минус чат. Helldivers пойдем играть. Добро пожаловать на Future Game Show с расширенную версию.
Я Джулс. И здесь присутствует Нейтан, ко-хост. А также создатели контента, да, то есть разработчики, походу. Я Коджи. А, типа Twitch стример. Типа стримлю хоррора. Ну, блин, интервью со стримерами такое себе. А я великая стримерша, хорроры не играю, но я делаю полно стримов на OnlyFans и параллельно еще стримлю в бассейне и продаю пердеж. Как Амарант. Симпотная тяна. Красивая девушка. Так, ребят, это уже интервью с разработчиками, это уже не очень интересно, тем более поздно немножко, чтобы переводить интервью с разработчиками. Кто-то мне в начале стрима сказал, что вот, типа, симпотная тянка была, да, в этом, в презентации. У, типа, в начале. Но по факту я вам сейчас покажу тянку куда симпотней. Вот, смотрите. Кто-то говорил, что Татьяна симпотная, типа ведущая, да? Типа красивая была. А вот эта Тян гораздо красивее. Вот ведущая NVIDIA. Вот. NVIDIA, ребят, показала технологию, которая позволяет создавать уникальные диалоги каждый раз за счет искусственного интеллекта, за счет нейросетей. Уникальные диалоги, интересные диалоги, уникальные NPC. Вот эта Тянка просто красавица. Ясмина Бенг Хоу. Вот она реально красивая. Гораздо красивее той прошлой ведущей с Future Game Show. Кто согласен, плюс чат. Красавица просто. Аж спасибо за перевод, не за что. Вот мне она нравится, реально. У нее такая классическая красота, прям вообще. Она не именно супер красавица, как модели, там, мега длинноногие и так далее. У нее шарм есть, ребят. У нее есть шарм. Вот это реально красивая девчонка. Вот мне нравятся девушки с шармом. Кто согласен, плюс чат. Гораздо больше, чем какие-то супер нафуфыренные эти дамочки, да, у которых там все сделано. Ну, вы поняли. У нее реально шарм есть, да. Да-да, Лерой, как раз мур-мур. Так что да, это как вишенка на тортике, ребят. Вот эта тямка. Не, реально очень красивая. Классная девушка. Ребят, спасибо, что смотрели эту презентацию. Рад был вас видеть. Я сейчас посмотрю, что вы там наголосовали в чате. Ребят, проголосуйте, пожалуйста, в чате, если вы не проголосовали, да. Вот. Потому что в зависимости от того, что вы проголосовали, будет стрим по Helldivers 2 после этого стрима. А может и не будет. Так что все зависит от вас. Отдельная благодарность всем, кто поддерживает мои трансляции. Ребят, спасибо вам огромное за спонсирование трансляции. Благодаря вам я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Синхронные переводы, делаю видосы, стримлю по ПК-тематике, помогаю, консультирую людей и развлекаю народ. Да? Вот. Ну-ка, давайте я прочекаю, что вы там наголосовали. В чате, ну-ка. Голосование завершаю. 110 голосов, 52% проголосовали за Helldivers 2. Давайте еще 2-3 минуты дам. По поводу голосования, видимо, не все еще проголосовали. Все зависит от вас, ребят. Проголосуйте, пожалуйста, в чате. Так, давайте я тут чатик верну. А, тут чатик есть, но почему-то не работает. Ну да ладно. Ах, я виджет сменил. Все, сейчас восстановлю чат. По крайней мере, здесь, на этом окне. Во, сейчас чат должен заработать. Во, так лучше будет.
Не за что, ребят. Спасибо, что смотрели. Рад был вас видеть, ребят. Спасибо вам большое. Всем хорошего вечера, хорошего дня, хорошей доброй ночи, хорошей недели. Отдельная благодарность всем спонсорам моего канала. Сегодня стрим поддержал Threadripper, Иван, Владуха, Дмитрий Майншин. Спасибо вам огромное, ребята. Ребята, если вопросы в чате есть еще, спрашивайте. Еще минут 5 посижу и стрим по Helldivers 2 буду подрубать. Голосование в чате завершаю. Стриму по Helldivers быть. Спасибо, ребята, огромное вам всем за поддержку. Не, хорошая преза. Мне понравилось, ребят. Уже неплохо, на самом деле. Звезд с неба не ловит, но неплохо. Кто согласен, плюс чат. Мы сделали это, ребят. Классный трек. Magnum World, это прикольный стрим был, рекомендую пересмотреть. Сейчас, ребят, Helldivers 2 скоро запустим. Перезапуск стрима через 15 минут. Братан, пантера не горячая. Любую из них бери. Трубер. Понадобится настройка, обращайся, ВЛС. Вот. ТГ оставлю здесь еще.
Блин, реклама пошла. Пантеру возьми, она прикольная. Мне она очень нравится. Обычную пантерку и все. Не обязательно усе брать. Спасибо, бро. Спасибо, Лерой. Ладно, ребят, пойду я. Спасибо, что смотрели. Рад был вас видеть. Всем доброй ночи. Вот. А, Magnum Mold, сегодня обычного стрима не было. Будет завтра обычный стрим. Я через минут 15-20 Helldivers подрублю. Заранее запланирую трансляцию. Ребят, спасибо большое, что были на стриме. Рад был вас видеть. Всем, кто смотрит записи, алоха. Вот, ребят, всем хорошей недели. Храни вас и ваших близких Господь, ребят. Иисус вас любит, Господь вас любит. Давайте, ребят, до новых встреч. Пойду я. Вот. Через 15 минут стрим по Helldivers. DJ Archie, да? Давайте, ребят. Кто хочет поиграть со мной в Helldivers, милости просим. Через 15 минут игра стрим будет. Еще будут трансляции, переводы всякие. Ребят, если какую-то классную презу найдете, то пишите. Также вступайте в наш новостной телеграм-канал. Уютный телеграм-чатик. Если вопросы после стрима будут, можете написать мне в ЛС после стрима. Давайте, ребят, всем доброй ночи. Или всем хорошего дня. Там, у кого как. Увидимся. С вами был Арчи.